Так, значит, сейчас давление в ресиверах 6 атмосфер. Я потом покажу схему подключения, что изменилось. А сейчас делаю пробный запуск. Так, ну, надеюсь, было все видно. Значит, вроде бы как схемка моя помогла. То есть можно будет поднимать давление до 8 атмосфер и проверять. Значит, было видно напряжение, были видны амперы. Сейчас еще пока не замерял обороты. Но раз напряжение было больше 30 вольт, значит, больше 30 тысяч оборотов на турбине было однозначно. Значит, что я изменил? Я давно хотел это сделать, вот, к сожалению, не было времени заниматься этим, вот сейчас появилась возможность такая. Значит, два ресивера, в прошлые разы я использовал только один этот вот ресивер, и подключение было через небольшой полдюймовый кран перед турбиной, были большие потери. То есть сейчас я сделал следующее: во-первых, подключил второй ресивер, он чуть-чуть меньше по объему, чем этот. Этот просто с очень толстой стенкой, поэтому там внутренний объем не такой уж и большой, делался для других целей на самом деле. Вот, значит, видно, что каждый ресивер подключен через полдюймовый кран, вот здесь хорошо видно. Вот, хороший большой шланг, максимальный диаметр ёршиков для шлангов. Два достаточно, ну, большого диаметра шлангов, максимального для таких условий, которые я смог найти. И далее была сварена вот такая вот штукенция. То есть просто для того, чтобы запараллелить оба ресивера, чтобы они работали параллельно. А также вот перед турбиной я поставил кран дюйм с четвертью, большой, для того, чтобы максимально снизить потери, ну, насколько это возможно при данных условиях. Вот, значит, что эта схема дает? В два раза больше объем, в два раза дольше турбина может работать. То есть в первых тестах была такая ситуация, что турбина выходила на свои обороты, но к этому времени уже давление в ресиверах достаточно сильно снижалось, вернее, в ресивере, вот в этом. Сейчас, ну, в общем-то, было видно, что даже при 6 атмосферах, даже не при 8, турбина успевает набрать нормальные обороты. Вот, конечно, это все равно не совсем объективное сравнение, не совсем объективная работа, но хотя бы можно будет посмотреть, на что реально способна турбина, пусть и кратковременно. Так, значит, сейчас ресивер накачан до 9 атмосфер. Делаем запуск. То есть видно, нормально выставлен тахометр, все там правильно. Амперметр видно, вольтметр видно. Ну, давление там попробуем тоже рассмотреть. Запускаемся. Ну, видно было, немножечко я
прервал, потому что мне как бы звук не очень понравился, хотя достаточно громко, аж в ушах жужжало немного. Честно говоря, не видел параметры, сам не смотрел. Значит, показываю, в чем разница. Подключил сопротивление, то есть это полностью вся спираль подключена, а это только половинка спирали. Ах ты, ну реально горяченькая. Вот, посмотрим, что удалось выжать. Но похоже, амперметр был, ну не знаю, краем глаза видел, что вроде как 50 ампер было. Посмотрим.